А в Луганске тем временем разгорается новый скандал. После многочисленных публикаций о контрабанде угля и дерева, из «Счастья» приказали отойти батальону «Торнадо». Один из его бойцов, Максим Иванищев, обвинил правую руку Геннадия Москаля, генерала Науменко, в том, что он вместе с Москалем крышует контрабанду древесины и угля. Вот. Генерал Науменко – це начальник міліції Луганської обласної, на території контролюється українською армією. Маємо відео, як, власне, провозяться вугілля в ЛНР з документами Сполучених Штатів. Ми вже не вперше розповідаємо, але це вже фото і відео зняті 11 червня, тобто нові ці ешелони з вугіллям і з деревом ідуть. І вже група «Торнадо» заявила в своєму фейсбуці, що генерал Науменко об'явив настоящую війну добробатам, тобто добровольчим патріотам, позаводил кучу надуманных уголовных дел, ни одному бойцу, даже тем, кто был ранее, не дал участникам боевых действий. Проведя настоящую спецоперацию, нам удалось остановить и задокументировать этот поезд, который усиленно охранялся. Давайте еще раз покажем видео и этот поезд, если можно. По самым скромным подсчетам, одна ходка поезда с контрабандой приносит порядка 10 миллионов гривен. А что сказал на это Науменко? А Науменко ответил, он дал сразу после этого развернутый интервью, в котором сказал, что поезд стоит всего 4 миллиона гривен, поэтому 10 он не мог за него получить. Ну и сказал, что сам Руслан Онищенко начал культ насилия, культ жестокости, и я это терпеть не буду. Ну, то есть он обвинил батальон «Торнадо» в том, что они вели себя неправомерно в зоне боевых действий, поэтому именно он и приказал им отойти. Ну, така от історія. Ми насправді слідкуємо за тим, як перевозиться оце от вугілля і дерево, вже говорив і Семен Семенченко, який себе досі вважає командиром батальйону Донбасу, але є народним депутатом. Він теж казав, що ми от не дозволимо контрабанду, але тим не менше вона далі рухається і щотижня рухаються такі потяги. Ми слідкуємо за цією темою і далі будемо говорити наступну суботу.